Делать что-то в первый раз всегда страшно, особенно в чужой стране. Для студентов из Египта, Республики Чад и других дружественных стран провели занятие, цель которого – помочь интегрироваться в профессиональное рабочее сообщество Самары. Студентам рассказали, как подготовиться к собеседованию, а также о возможностях трудоустройства в регионе и об услугах службы занятости населения. Стресс. Я не знаю, может, что-то скажу, я им не нравлюсь. Что такое? Чтобы выяснить, как правильно себя вести на собеседование и было меньше стресса. Это место собирается много разных культур и людей, которые приехали из разных стран. А я приехал из Африки, и мне интересно познакомиться с другими людьми. Клуб занятой молодежи работает с 2021 года. Это открытая площадка, на которой студенты могут поделиться опытом своего трудоустройства, узнать о профессиональных возможностях и развитии в Самарской области, о лайфхаках по поиску работы. В прошлом году заработало 50 подобных клубов в разных регионах. У нас с вами 5 лет, 4 года обучают профессии, но никто нам никогда не рассказывает, а где найти работу, как подготовиться к первому собеседованию, как его пройти. Какие важные моменты нужно учесть при трудоустройстве на первое рабочее место. А здесь мы как раз так интерактивно, молодежно, современно рассказываем именно вот такие насущные, важные вопросы. Также студентам рассказали, как справиться со стрессом и провели мастер-класс арт-терапии. Самым активным участникам вручили памятные подарки. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.